Всем привет, с вами канал Максим Абайл. В этом видео посмотрим, как идут тяжелые игры на смартфоне Philips S398. Первая игра Real Racing 3. Запустим и посмотрим на геймплей в Real Racing 3. Запускается игра, заодно и оценим скорость загрузки. Загрузилась игра, в принципе, достаточно быстро. Делаем все эти манипуляции, обучение. Обращаю внимание на то, что есть отображение в зеркалах дальнего вида, заднего вида, не дальнего. Ну а прорисовка графики, насколько пока можно судить, это средний уровень. О, чуть-чуть подлагивает игра. Конечно, в целом картины эти подлагивания не создают, но это неприятный момент. Когда машины есть, много машин, есть такие подлагивания, которые не очень приятны. Ну, на геймплей они, конечно, не влияют, ну вот, в целом, но, да, неприятно, конечно. Ну, вот так вот идет Real Racing, вот, возможно, мы сейчас всех обгоним, и будет лучше. Ну, вот так и есть, чуть получше. Графика средний уровень, и вот сейчас играть уже можно, вот, когда машин нет, но когда машин много, телефон подтормаживает. Закрываем игру и переходим к следующей игре. Это Dead Trigger 2, шутер. Посмотрим, как Philips теперь работает в этой игре. Так, что-то нас просит установить, сейчас мы быстренько установим. Google Play игры. Вот оно быстро сейчас становится. Я даже на видео это, наверное, не буду пропускать, поскольку это буквально несколько секунд дело. Все у нас теперь нормально. Запускаем играть. Или, наверное, можно его даже не устанавливать, но пускай так и будет. Загрузился Dead Trigger. Ролик прошел плавненько. Настройки графики средний уровень, сразу могу это об этом сказать. Ну, по плавности, конечно, все отлично. Пока лагов не заметил. Сейчас мы еще немножко побегаем, покрутим камерой. Ну, да. Тут все хорошо, намного лучше, чем в Real Racing. Ничего не подлагивает. И, конечно же, достаточно высокий игровой процесс на хорошем уровне, на высоком уровне. Ну вот единственное, что, конечно, графика не на самом высоком уровне. Но зато играется очень-очень удобно. Закрываем Dead Trigger 2. И нужно его закрыть еще. Так. И игра номер 3, Asphalt 8. Достаточно тяжелая игрушка от GameLoft. Гоночки. Запускаем ее. И посмотрим, как она идет. Нужно указать свой возраст. Укажем там какие-то 58, пускай будет принять. Закроем это.
Окей. Игра. Придите, вы еще не учились гонять? Нет, мы уже умеем гонять. И начинаем. Единственное доступное нам локации. Начинаем гонку. Загружается игрушка. Загрузилась. Все у нас тут такое яркое. И вот мы уже гоняем. Что могу сказать? Графика сразу из коробки идет. Посмотрим сейчас, что-то врежемся. Ну, достаточно высоком уровне. Возможно, не на самом максимальном, но... Или даже на максимальном. Ну, по плавности работы тут все отлично. Играть абсолютно комфортно. Нет никаких претензий к быстродействию. Ничего не подлагивает, не подтормаживает. Ну, вот так можете сами наблюдать. Куча ошметков, летит отображение, все как надо. Вот Асфальт 8 очень-очень хорошо идет. Получше, конечно, всяких Real Racing'ов третьих. Закрываем Асфальт 8. Спасибо, что посмотрели это видео. С вами был Максим Мобайл. Комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока.